спортивном празднике приняли участие воспитанники Дмитровского дома – интерната для детей с физическими недостатками и все желающие. Всего более 50 участников в возрасте от 5 до 18 лет. Спортивные старты для детей-инвалидов проводятся спорткомитетом и клубом «Ковчег» два раза в год – в декабре и в мае, и всегда являются массовыми. На этот раз погода внесла коррективы, и вместо стадиона праздник провели в Фоке. Поэтому программа соревнований была сокращена. Ребята на выбор могли проверить свои силы в конкурсах «Сбей кегли», «Бросок мяча в корзину», а также в дарте, в беге на 30 метров и заезде на колясках. Однако многие приняли участие сразу в нескольких состязаниях, потому что очень любят спорт и физкультуру. А что ты делал сегодня? Расскажи нам. Я стоял в мишень. Сбивал кегли. Еще что делал? Кидал мячики в корзинку. Ты хочешь быть спортсменом? Да. Вот я принимаю участие в Дмитрове. У нас принимаются спортивные игры Татьяна Семеновна. И я во всех играх участвую. Ну, главное для меня не победа, а участие в игре. Я иду в первый класс и учусь уже урокам физкультуры. А что вы делаете на уроках физкультуры? Сбиваем кегли, играем с мячом и учимся складывать скакалочку. В детском доме-интернате для детей-инвалидов созданы все условия для физического развития. Есть спортивный зал и спортивные снаряды. Ребята посещают уроки физкультуры, занимаются в горнолыжной школе и секции тенниса на колясках. Успехи детей впечатляют. Они лучшие в Московской области, в стране и даже в мире. Гордость интерната – теннисистка Виктория Львова, горнолыжники Александр Ахмадулин и Владимир Егоров. На них равняются маленькие воспитанники. Они тоже мечтают покорить вершины в спорте, понимая, что это единственная возможность состояться в жизни, добиться успехов и познать мир. Я вот горжусь своими спортсменами хорошими, горнолыжниками, теннисистами. Ну, бочей занимаюсь их. Хочу стать, как они. Как Саша Пакшин, как Вика Львова, как Даша Баби, как Наташа Нефедова. Ну, как все хочу стать. И я выигрываю всегда в этих участиях, в Дмитрове. Я занимаюсь Татьяна Семеновна всех видов спорта, но больше всего мне нравится дартс и большой теннис на колясках. Я его занимаюсь. Я стремлюсь на Вику Львову, потому что она уже в разные страны ехала, в разные. Я хочу таким же быть спортсменом. Мне нравится все. Страсти в спортзале бушевали немалые. Каждому ребенку хотелось победить и показать свою подготовку. Все участники соревнований были награждены сладкими призами, а победители и призеры – грамотами. В числе лучших спортсменов – Егор Тресков, Александр Пакшин, Стас Новиков, Татьяна Пивоварова, Дарья Гаврилова, Юрий Варфоломеев, Ксения Филиппова и другие.